Всем здравствуйте! Меня зовут Олеся, и сегодня я хочу вам показать свои новые игрушки, которые у меня связались на протяжении этих двух последних недель июля. Первая у меня была вот такая Хрюша. Зовут ее Дуся. Я про нее рассказывала в предыдущем видео, снимала по ней платный мастер-класс, готовила. Вот рост у нее 35 сантиметров. Платье на пуговках снимается. Бантики я пришивала. Но долго не буду о ней рассказывать, так как я ее вам показывала. Но одна тоже относится как бы к моей первой работе этого месяца. Так. Дальше связались у меня вот такие игрушки. Тоже поросята. Показываю сразу два, потому что это как бы идет пара. Вязала я их из Alize Baby Soft. Цвет, я вам скажу, цвет 672. Хочу сказать, что из этой ниточки игрушки я вязала первый раз. Но мне очень понравилось, потому что нитка очень мягкая. Вязала я крючком номером 3. И вязала не плотно, так как мы вот привыкли вязать там из джинса или из хлопка, полухлопка, но не важно. Они вяжутся плотно. А вот эту ниточку плотно не нужно вязать. И видите, на теле совсем нету нигде этих просветов, то есть дырочек нигде не заметно. Потому что сама пряжа по себе вот такая ворсистая, как бы есть у нее такой вот пушочек, да, мягкий. Итак, что я хочу сказать, что если вы будете, например, вязать, ну, кто вяжет, тот знает, новичкам, как бы, да, кто будет вязать из этой ниточки, обязательно, так как плохо видно, обязательно нужно рассчитывать ряды. То есть петли я уже как бы научилась видеть, да, различать, где эти столбики, а вот сами ряды очень трудно. То есть, если мы вот, например, сидим, вяжем, да, и тут нас кто-то отвлекает, или нам нужно пойти на кухню. Ну, в общем, неважно. То есть, я брала просто листочек вот бумаги, да, и записывала, например, неважно, или это ручки, или вот это даже такие короткие ушки. То есть, провязала два ряда, три, записала, и потом так же самое опять. Потому что все равно за минуту можно забыть, какой ряд ты вяжешь. Вот. Такая Хрюша. Есть у нее бровки. Бровки я пришивала только за первый ряд, так как если бы я пришила за два, они бы были такие незаметные. Поэтому я вот этот второй ряд как бы оставила, чтобы они были видны хорошо. Это белая ниточка джинс. Глазки на безопасном креплении. И такие манюсенькие ресницы я вышила. Пятачок есть такой. И ротик тоже, конечно же, у нас есть. Лапки у нас двигаются на нитяном креплении. А вот эти такие малюсенькие полосочки-шарфики, они снимаются тоже у меня из остаточков нитки. Пуговки пришила, и просто чтобы можно было снимать и одевать. Вот эта девочка. И точно так же мальчик. Вот вроде бы две как бы хрюшки, двое одинаковые, но он немножко побольше получился, и тоже есть бровки, глазки, вот пятачок, ротик, тоже так. И вот эта полосочка, шарфик тоже у него снимается. Так, сейчас я вам их замеряю, так наглядно покажу. Рост у нее, так, без ушек, это будет 29 сантиметров. А у него, у мальчика, рост, так, не помещается. Но будем считать 30, так как вот идет через пятачок. И хочу сказать, что розовой нитки у меня нету вообще. То есть вот это тоже Хрюша из розовой ниточки. Но это Yarnard Cotton Soft. Он тоже у меня закончилась. И эта плюшевая тоже закончилась. Есть у меня вот такой
заготовочка головы. То есть есть у меня вот такая заготовочка, и как видите, она не доделывается, потому что, ну, говорю, пряжа закончилась. Из этой серии и из плюша тоже розовой ниточки пока нету. Буду заказывать, обязательно буду еще таких тоже поросят вязать, может поменьше, а может тоже и таких, вот, но нужно заказать пряжу. Так, дальше. Дальше связался у меня вот такой миленький зайчик. Конечно же, ну, она в жизни еще более такая белая ниточка, чем передает на камеру. Вот такой красивенький. Лапки у нас на нитяном креплении, двигаются. Ручки тоже. Есть такие вот красивые ушки, такие мягкие они. Тоже из Ализе Софти вязала. Скажу вам цвет. 55-й. Вот. И на такую игрушку, так же как и на поросят, и вот на него уходит 1,5 мотка. Там в 50 граммах есть 115 метров, то есть 1 мотка мало на такую игрушку, поэтому уходит 1,5. Значит, глазки здесь у нас на безопасном креплении. Здесь я сделала вот такие ресницы. Ну, почему-то мне так захотелось, чтобы она такая была нежная, милая, вот такая зайчишка, да. Поэтому глазки, ресницы я как бы вышила, потом аккуратно разрезала ножничками, и поэтому они вот такие получились. Заказала я себе на Алиэкспресс ресницы. И когда в следующий раз буду вязать такие игрушки, вот как бы для девочки, то буду приклеивать эти ресницы. И тогда уже вам покажу, как они будут выглядеть в другом образе. Носик здесь, это тоже, это Ализе Софти. Здесь сделала утяжку, такой маленький как бы ротик, язычок. И хочу сказать, знаете, как мы вяжем, например, там мишуток или тоже зайчиков, мы делаем такой специальный как бы кружок, да, и тоже его набиваем, этот носик. Но здесь я сразу на голове сделала утяжку, и поэтому вот такие щечки здесь получаются сразу же. Вот. Купила вот такую ленточку, сделала ей такой тоже нежный бантик. А, и еще, знаете, хотела очень попробовать, как бы это, на каркасе. Но так как я первый раз попробовала этот каркас, я его уже как бы запоздно сделала. То есть каркас нужно было продевать эту проволоку полностью через вот туловище. Но туловище у меня уже как бы связалось. Я пришила сразу уже потом голову. И что-то мне захотелось, чтобы лапки были, ну, были не такие ровные, знаете, а вот чтобы там можно было поставить здесь или цветочек в руку ему дать. Вот, поэтому я эту проволоку там хорошенько ее, ну, как бы зафиксировала. И они у нас вот разгибаются в разные стороны. Можно как бы поставить. Тоже так очень классно смотрится. Вот. Также есть хвостик такой милый, вот, и игрушку можно посадить, он будет сидеть с опорой на хвостик. Но и без хвостика он тоже как бы сидит, но не так, как бы с опорой на хвостик намного лучше. И хочу вам сказать, что если кто захочет мастер-класс по такому зайчику, у меня еще белая ниточка такая есть, мы можем с вами связать такого зайчика. У кого может будет там голубая, может нитка. Ну, кто, у кого какая есть. Если захотите, напишите мне в комментариях. Мы сделаем по такому зайчике мастер-класс. Я покажу вам, как его вязать. И хочу, так, еще в фотографии я вам вставлю. Скорее всего, что в конце видео вы посмотрите, как эти игрушки смотрятся на фотографиях. И еще последняя игрушка. Говорит мне моя младшая дочь: мама, я хочу смешарик Нюшу.
я говорю, что у меня закончилась розовая нитка, то есть вообще никакой нету. Ну, там маленькие остатки какие-то есть из разных, но это все равно будет мало. И она говорит, вот я бы хотела, то есть крошу, вот такого тоже смешарика, пускай будет кроша. Ну, синяя нитка у меня была, вот эта такая, голубая, синяя. Вот, и я связала еще вот такого смешарика. Так, это Yarnard Cotton Soft в две ниточки, крючком 2,5. Ротик и бровки я вышила. Здесь глазки белые вот эти сделала она из фетра. И тоже купила вот такие, это пуговки. Они там чуть-чуть, можно их пришивать. Не стала делать на безопасном креплении, так как нужно было бы делать дырки в этом фетре. Я боялась, чтобы оно просто где-то там потом не рвалось, поэтому я их пришила. Тоже достаточно хорошо с этими глазками он смотрится. Вот такой шарик, он сидит классно. Его можно поставить где угодно, в детскую, даже в, ну, как бы... и взрослую комнату, и на кухню, он везде, она куда ходит, туда его носит, то есть сразу раз поставил, так украшает детскую комнату, честно. Если вот таких смешариков разных из этой серии навязать, это будет просто вообще коллекция супер. Вот такой, тоже такой, в принципе, большой, помещается вот у меня на две ладошки. Ну что ж, наверное, на сегодня это будет все. Все игрушки. И значит, когда буду вязать еще другие разные, тоже вам буду показывать. Если вам будет нужен мастер-класс по этому белому зайчику, вы мне напишите. Хрюшки пока вязать не буду, так как у меня нету пряжи розовой. Вот. А по зайчику мы можем связать. Напишите, понравились вам ли мои игрушки. Обязательно напишите. И встретимся с вами в новых видео. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.